Всем привет! Сегодня решил сказать про мою коллекцию банкнот. Это купюры, которые вот... Давайте посмотрим. Это СССР. Все номиналы. У меня тут половина, вторая половина на другой стороне. Вот это. Россия. Старая. Это еще очень старая Россия уже. Российский рубль. 50 рублей, полтинник. И старая купюра 5000. 95 года, кстати. Вот такая купюра 1 рубль. И приднестровский рубль тоже. Вот купюра Белоруссии. Ой, извините, пожалуйста. Сейчас я поставлю эту ерунду. Вот у нас... украинская гривна. Кстати, вот предупреждаю, эта купюра поддельная, не оригинальная. Смотрите, видите, тут какой дефект. Смотрите, дефект на купюре — это самое хреновое то, что может быть. И тут тоже коряво все написано. Это у нас цены гроши, это вот тоже подделочка 10-гривневая. Украинский купон, который был достали еще в 92 году. Тогда это было время уже. Они в 91 году создали, а в 92 уже было. Крупные номиналы самые. Доллар американский. Доллар, ой, евро, европейский, извините. Польские злоты и... болгарский лев. Румынский лей. Молдовский лей. Китайский юань и сингапурский доллар. Перевернуть должен. Это у нас норвежский форинт. Будапешт — это не из Норвегии, да? Будапешт — это Норвегия, банк Норвегии, да? Будапешт — это будапештские деньги. Это у нас индийская рупия, а это у нас другие деньги. В общем, обзор на этом заканчивается. Всем, друзья, пока. Всем пока.